пакетиков этих груздей белых. А у нас они всегда были. Он привозил такие корзины. Вот он заправлял эти грибы сметаной. И всегда мне отправлялась в рот ложка сметаны. Большая. Мама так не делала. Мама была экономная. И он, знаете, вот с таким прищуром, он хоть человек молчаливый и такой внутри себя весь, он очень озорной, и прищур у него тоже всегда веселый. И особенно, если он что-то так задумал, то есть он, видимо, наблюдал за мной, ему доставляла радость, как я получаю удовольствие от этой ложки сметаны, даже больше, чем от пирожных. Он меня водил в больницу, когда мы всегда заходили в кондитерскую, он мне там покупал пирожное, если поймете. Но оно даже не так запомнилось, как вот эта ложка сметаны. Человек очень скромный, человек молчаливый, но при этом остроумный. Из него юмор, но я не скажу, что он там плескал, но иногда издавал такие перлы, что я еще маленькой, но удивлялась, и мне это нравилось. Например, там ерунда такая, ну, мы собираем стол, мама в больнице, мы втроем, я, брат, и он собираем стол, мне там 11 лет, брат 16, и все, стол собран, там нарезки, салатики, мы любуемся. Вдруг отец убегает на кухню, прибегает, ставит на стол банку с хреном и говорит: ну вот, теперь не скажешь, что у нас ни хрена нет. Ну вот такие моменты, они всегда очень радовали, запоминались надолго, поддерживали. И у него очень много было самоиронии. Вы сказали, что действительно он не относился к себе серьезно. И мало того, он относился шутливо. Он себя называл Тверской стихоплет. Тем, кому-то звонил даже в учреждение чиновникам, он представлялся Тверской стихоплет. И вот я сказала, что он разговаривал мало. И есть такое стихотворение у него. Там жена, муж, поэт. И вот он говорит, что муж мало разговаривает, но все время пишет, пишет, и жена его за это вот там все ругает, ворчит. И там идет момент такой. Она говорит: ну, ты молчишь. О чем ты там можешь написать, если ты все время молчишь, и говорить-то не можешь? Это вот, я думаю, что это тоже такая самоирония, это он тоже про себя говорил, потому что он писал, а говорил-то действительно мало. Любая наша встреча, я говорю, была немного, но она почему-то запомнилась. Вот есть у него такое стихотворение, называется «Рыбацкая байка». Там собираются рыбаки и начинают друг другу рассказывать свои невероятные истории. И один там уже вообще зашел и говорит, что я вот такую щуку поймал, там глазище, вот, и съем мха с этой щуки, я взял клюквы 2 мешка. Понятно, да, пойти на рыбалку, принести клюкву. Так вот у нас с ним был такой случай. Мы пошли в незнакомый лес, пошли за грибами, с корзиночкой. А пришли мы с вязанкой окуней. Вот вы знаете, насколько было, вот мне тоже удивительно, что когда мы увидели, там вот сначала этот ручеек, в котором окуни стояли, мы их руками ловили, это было весело. Естественно, он увидел рыбу, он пошел по этому ручейку, увидел протоку там метр шириной. В ней окуни стояли рядами. Через несколько минут была сооружена удочка. У него пиджачок такой хитрый, он в нем и за грибами ходил на рыбалку. Отворачивает лацкан, у него есть крючки, лески, плавники, там, поплавки, там что-то, не знаю, куча всего. Короче, удочка была сделана, пока мы всех окуней не переловили, конечно, мы оттуда не ушли, из этого леса. Вот тоже такая история. А то, что природу он любил, вы все понимаете, да, это потому что так передать красоту, конечно, может только любящий человек, любящий и понимающий. И вот тоже момент, мы отдыхали на Турбазе, озеро глубокое. Большое озеро, береза вокруг и пляж. Все отдыхающие, такой спуск достаточно крутой, зеленый, на нем лежат. И начинается дождик, потемнело все. И люди начинают потихоньку уходить. Капли первые появляются, люди уже бегут. И он говорит: подожди. И мы остаемся с ним одни на этом пляже. Он говорит: ты такого, наверное, никогда, может быть, и не увидишь. И я оглядываюсь, и вот, знаете, гладь озера, и на нас идет, нас прет прям стена ливня. И это так четко видно, и это так страшно. Ну, через минуту, конечно, нас накрыло, но это было потрясающее ощущение.
Поэтому вот он как-то такой вот умел раз попала. Увидеть, подсказать, да, направить. За грибами идешь, он говорит, ну где гриб? Да нет тут гриба. Ну как же нет? Возьмет, разгребет, и будет гриб. Прям как будто что-то заменит. Ну, то есть таких моментов, конечно, очень много. Человек добрый был, он никогда не обижал ни нас с братом, ни маму. Он никогда не ругался, не сквернословил. Мне это в нем нравилось. Конечно, почаще бывал бы с нами. Было бы все лучше. Ну вот, к сожалению, не получается. Не всех так получается прожить так, как надо. Ну что, вспоминать его. И вот, если хотите, я прочитаю. Мне нравится такой веселый стишок у него. А соловушка щелк да щелк на всю ночку. Парня-девушка чмок да чмок в одну щечку. Парня-девушка гонит прочь и не гонит, а соловушка эту ночь пьет и стонет. Эта ночка из волшебства и смирения, и таинственны все слова и движения. Руки девушки на груди, хрипнет голос. Парень девушке врет, поди, что он холост. Ну вот опять вот эта заотминка, она вот всегда в нем. И мне это в нем нравится. Пожалуй.